прощение зим и весен. Лишь вчера водила осень вдоль по лентам рек и просек пестрый хоровод. А с утра снежок на крышах, и вот-вот, почти не слышно, заскрипят по насту лыжи, снова Новый год. И чуть слышно, снова Новый год. Вроде бы ничего не изменилось в природе, но появилось в нашей жизни нечто, которое привносит в нашу жизнь ожидание праздника, ожидание, быть может, даже чуда. Наступает самый древний из праздников, самый долгожданный и, наверное, самый любимый. Яңа яуған ақ қар білән, бизәнгеннәр, именнәр, әйтерсіңдә бәйрәм бүгін, ап-ақ тонын кигәннәр. Шыршылар күріп тұрамын, қышны бик сағынғаннар, ям-яшыл ұлыс үстіннән ап-ақ шәл ябынғаннар. Әменім сүйген тиягім, буа буйы урманым, кирәккә синнән шифалы, башка жер бармы тағын. Иң ауыр минутларымда сиңә тартыла йөрәк, мин сиңа килгәнмен икән, яшибез әле, димәк. Вот он идет к нашему городу, обожаемый детворой и ожидаемый всеми нами, почтенный наш Дед Мороз. Обходя свои владения, на подступах к городу он очень устал. Бескрайние поля, леса, прекрасный наш край, села, растущие города – все это за год существенно изменилось. Святой это все-таки человечнейший праздник. Ждут его стар и мал трепетно. Ждут чудесных превращений, ждут подарков, исцеления, тепла и души. Ждут любви, понимания, покоя, достатка и тепла. Его тепла так остро не хватает. Человеческого, обычного, как воздух. Лесами темными и грозными бежит вперед с дарами редкими, и все подмигивает звездами, и все поигрывает ветками. И льдинки отвечают звонами, а он спешит, спешит к народу с шампанским, с музыкой, с поклонами. Счастливо прожитому году. Со всеми дружит он и знается, и жизнь в короткой этой праздности как будто снова начинается с морозой свежести и ясности. Менә кыш бабай безнең яңа улыбызга якынлашты. Карап тора да, танымаска да әйтә кебек. Кыш бабай аптырама, яңа ул бу, үзе безнең яңа ул. Чынлап та үзгәрешләр бу елда бик күп булды. Карт кешенең хәтере шунда инде. Бер ел ішіндә болған өзгәрішләріні іскәріп тә бітірмейдір ол. Yeah.
Не узнает некоторые улицы города зимний старец, да и трудно узнать. Совсем другими стали за год улицы Азина, Победы. Растут и поднимаются новые дома, магазины, аптеки, библиотеки. А какими стали улицы? Широкие, светлые, асфальтированные. Этот дом по улице Победы поднимается благодаря трудолюбивым рукам бригады Мухаррама Гаязова, одного из лучших в Янаульском строительном управлении номер 7 акционерного общества «Башнефтепромстрой». Дед Мороз поздравил строителей с Новым годом, пожелал им всем счастья, успехов, такого же завидного трудолюбия и в грядущем году. Бабай сықланы бітәлмі яңа олдағы яңалықларға. Исімі дә жесімі кібік, яңарып күн атыра бізді шәріпіз. Әуылары бізді күн күріші дә өзгәріп күн атыра. Бұй ылдағына үш магазин, Бәрәш ауылында мәктәбі, клубы, фельдшерлік пункты болған комплекс, мәшет түзіліп сафқа кірді. Шушы күннердегінә Қыш бабай ведомстводан тыр сақлау бөлікшесінә ашқыш кетіріп тапшырды. Әлі түзіләсі объектлар да көп кенә. Димәк, алдағы күннәре безгә өмет, ышанышыбыз бар. Дед Мороз продолжил свой путь по Янаулу. Впереди новый садик «Дельфин». Здесь находится радость всей малышни. В этом садике, также открывшемся в нынешнем году, есть бассейн, чего нет ни в одном другом садике города. Ребятня, конечно, не только из-за бассейна полюбила этот садик. Здесь милые и добрые воспитательницы, которые очень внимательно относятся к детям. Дети рассказали Деду Морозу стихи, спели ему песни, поводили вместе с ним хороводы. Но вода – это все-таки вода. Не чудо ли это, когда можно вдоволь искупаться в теплой воде, когда за окном -30? Дети купаются, играют в воде. Для них это едва ли не самое любимое занятие. Дед Мороз до того позавидовал ребятишкам, что сам чуть не полез в воду. И полез бы, если его не остановила воспитательница.
Дед Мороз продолжил свое путешествие по городу. И тут на его пути оказался сказочный городок, новогодняя елка, горка, сказочные фигуры. Дед Мороз прокатился с детишками с горки, чем доставил им истинное удовольствие. Илге йоқты керек, йоқты керек гүлге, йоқты болып бұйыл кірсін ебетілге. Йыллар йоқты болса, бізді йоқтырабыз, ашылалар юзлер, әйі, йоқшырабыз. Күнді керек бітул, илге йоқты жылы, ғасырларға түші йылның йоқтылығы. Ашық ішіклерін бұйыл йоқты болсын, біз күңілді ерткен бәхіт шоқылы болсын. О том, как живут наши люди, о том, богаты ли наши столы, можно судить и по магазинам. Кажется, столы к Новому году у всех будут и на сей раз богатыми. Дай-то Бог! Конечно, это банально – пожелать всем мира и покоя. Покоя созидательного, дающего возможность без суеты и озлобления, без драк и кровопролития, без праздности и лени совершать прекрасные дела. Каждый свои. Пахарю – растить хлеб, строителю – сооружать жилье, возводить заводы, прокладывать дороги. Воину беречь наш покой и ни в коем случае не расчехлять оружие. Пусть восторжествует гармония души и тела, когда каждый новый день обещает радость удовлетворения от содеянного, от улыбки незнакомого встречного, давно исчезнувшей с наших лиц, от ощущения полноты всего этого, что вмещает в себя простое и емкое понятие «счастье». Хоть и подустал наш Дедушка Мороз, но все же не смог пройти мимо любимой газеты «Янаульские зори». Читать, конечно, он любит, да и журналистов-газетчиков знает, но только в лицо он их еще никогда не видел, и тех, кто выпускает газету, тоже. Газета. Ее путь к читателям расписан по минутам. Каждый ее номер спланирован до деталей. На своих страницах она собирает официальные документы, теоретические статьи, художественные произведения, письма читателей, сообщения о только что совершившихся событиях, написанные по живым следам, прямо в номер, и то, что вынашивало журналистам, что требовало от него многих дней, а порой и ночей напряженной работы. Сколько на этом пути трудностей, каждый раз новых, особенных, неповторимых. Лицо газеты, успех или неудача в работе журналистского коллектива во многом определяется тем, кто стоит во главе редакции, то есть от редактора. Компетентный, неравнодушный, творческий журналист Валерий Салимович Салимов стоит сегодня во главе коллектива «Янаульских зорь». У каждого читателя есть свой автор, чьи материалы он читает в первую очередь. А у каждого журналиста есть своя любимая тема, которую он разрабатывает в течение всей своей жизни.
На острые злободневные темы пишут журналисты Хатмуллина Альбера Амфировна, Нурмухаметов Минсагит Мусуратович, Шарипова Зухра Закатовна, Юсупов Федус Николаевич. Много в редакции «Наульских зорь» и ветеранов газетного дела, людей, душой преданных газете. Более 20 лет трудятся в редакции переводчицы Фануса Янгареевна Латыпова и Шакира Шакировна Хуснемарданова, ответ-секретарь Зимфира Сабировна Салимова, корректор Венера Маликовна Нурисламова, шофер редакции Рафис Хазипович Мухнуров. Редакция насчитывает более 100 постоянных сотрудников от станка, от земли, сотрудников, без которых трудно было бы обойтись. Ведь газету делает не только журналист, но и сами читатели. И, конечно, их письма. Нельзя не согласиться с поэтом, написавшим эти замечательные строки. Газета – это не чтение от скуки. Газета – наши глаза и руки – помощь ежедневная в ежедневной работе. Еще возле елки дети с гордостью сообщили Деду Морозу о том, что специально для них выходит детская передача «Нескучный час». Дед Мороз не смог удержаться от соблазна посмотреть новогоднюю передачу. Здравствуйте, дорогие телезрители! Привет! В эфире новогодний выпуск передачи «Нескучный час». Мы все очень ждали этого праздника, поэтому наши все сегодняшние сюжеты будут о встрече Нового года. В средней школе номер 1 есть свой совет старшеклассников, куда избрано по 2-3 человека с каждого класса. У совета есть свой президент, ученица 11 Б класса Юля Старцева. Чем же занимается совет? Основная его задача – это помочь каждому найти себя, свое любимое дело. Совет работает по 4 направлениям – культурное, учебное, спортивное и пресс-центр. Совет помогает ребятам сдвинуться в коллективе, а если у кого-то возникают проблемы, то совет спешит на помощь. Так что совет нам учиться и жить помогает. Дорогая Изляха Марина, от имени всего класса, от имени всех родителей, поздравляю вас с юбилеем. Года бегут, но вы им не подвластны.
потому что вы всегда среди юных и не жалеете для них душевных сил. Я желаю вам здоровья, счастья, долгих лет жизни. Пусть судьба дарит вам только радость, храня вас от всяких бед. Пусть светлым будет каждый ваш рассвет. Ребята, большое вам спасибо. Я хочу несколько слов только сказать, просто как сопутствующие слова. В жизни очень трудно бывает, но как мы с вами жили, как говорится, вместе, желаю вам только удачи в жизни. Пусть у вас не огорчает трудностей в жизни, но человек, где бы ни работал, где бы ни жил, у него всегда должен оставаться человечность, гуманность и, как говорится, нравственность. Вот уже 5-й год Изля Ахмаевна наша классная руководительница и преподает математику. В общей сложности в школе она проработала 36 лет и 33 года из них в нашей школе. За достигнутые успехи на педагогическом поприще Изля Ахмаевне присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы Башкортостана». Мы учимся у Изля Ахмаевны не только мудрости математики, но и справедливости, человеческой доброте, душевной щедрости. Мы любим ее за теплые отношения к нам, за справедливость и строгость. Мы находимся в детском садике «Светлячок». Как и везде, здесь предновогоднее настроение. Малышам очень нравится этот праздник. Давайте. Ребята, вы очень любите Новый год? Да! А Дед Мороз к вам придет? Да! Он придет настоящий? Нет! А кто к вам приходит в костюм Деда Мороза? Нет! Она очень похожа на Деда Мороза? Да! А к кому приходил настоящий Дед Мороз? Ко мне. Что принес тебе? Конфеты, шоколадки, чупа-чупсы, вафли. Мне там машинку, вафли, шоколад. А где настоящий Дед Мороз живет? Да, на самом деле. А там очень холодно? Да. Ребята, вы разучили новогоднюю песенку? Да. Татьяна Тимирьяновна, а ваши дети очень любят петь? Да, наши дети очень любят петь, они много песен знают. Мы сейчас с удовольствием споем песню о зиме. Как мы уже упоминали в наших прошлых передачах о эксперименте, проведенном в средней школе номер 3 в 9 Б классе, где за каждую полученную двойку в банк класса выносилось 100 рублей, а за каждую полученную пятерку из банка класса выдавалось тоже 100 рублей. Мы очень переживали за этот эксперимент. И что же получилось? Этот эксперимент не только прижился, но и принес свои плоды. С двойками в классе стало очень туго. И вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь на санях по горе крутой, вот свернулись сани, и я на бок, хлоп, кубарем скатился под гору в сугроб. А друзья-мальчишки, стоя надо мной, весело хохочут над моей бедой. Здравствуйте. Вас приветствуют Альмир и Марина. Может быть, стихотворение Сурикова не очень точно отражает то, что происходит здесь, но оно точно отмечает настроение ребят, настроение и бодрость ребят. Ребята, как вам здесь нравится? Хорошо! Хорошо!
отлично. Каникулы еще не начались, а вы целыми днями здесь. Вас не тревожат оценки? Нет. А вам не жалко своих штанов? Ведь к вечеру, наверное, на них появляются дырки. Нет. Все равно. Так вот, Новый год – самый добрый праздник. Не жалко ни штанов, ни времени, и не думаем даже о том, что на носу конец четверти. Конечно, не у всех в журнале появятся четверки и пятерки. Но праздник есть праздник. Но, как говорится в пословице, кончай дело, гуляй смело. С наступающим Новым годом вас! Новым годом! Вот и подошел к концу наш праздничный выпуск «Нескучного часа». Желаем вам всего наилучшего в Новом году. Счастья, здоровья и всего, что вам можем мы пожелать. Спасибо, год прошедший, словно миг. Ты был сполна и радостен, и труден. Так пожелай на всей планете людям, чтоб Новый год счастливым был для них. Свои предновогодние хождения по Янаулу Дед Мороз завершил в местной администрации, встретился с его главой Зиязовым Назиром Загитовичем и принял его поздравления. Так, Булда? Здравствуй, Дед Мороз. Наступающим вас Новым годом. Спасибо. Можно пройти мне? Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Для Деда Мороза все дороги открыты. Спасибо большое. Здравствуйте. Наступающим вас Новым годом. Спасибо, спасибо, Дедушка Мороз, спасибо. Счастья, радости желаем. Да, уважаемые товарищи, мы все с вами стоим на пороге нового, наступающего 1995 года. Уходит из истории еще один 94-й год. В связи с этим позвольте мне в самом начале своего краткого вступления поздравить всех янаульцев с наступающим Новым годом, пожелать всем вам доброго здоровья, счастья, успехов, благополучия, спокойствия и мира. Действительно, мы с вами переживаем очень сложное время. Страна в целом, в том числе и мы с вами, находимся в перепутье. То, что происходит в Российской Федерации, это всеобщий спад объема производства, как промышленной продукции, строительном комплексе, сельскохозяйственном секторе экономики и вообще в целых отраслях экономики Российской Федерации, как зеркало отображается в экономике нашего Янаульска. Но, несмотря на это, значительных успехов было достигнуто в целом по району, социально-экономическом развитии нашего родного Янаульского района. Поэтому я считаю, видимо, вы и согласитесь, результатами наших совместных трудов можно удовлетворяться, и мы имеем определенные положительные подвижки в развитии отраслей экономики своего Янаульского района. Если взять в отдельности по отдельным отраслям, допустим, по промышленности, особо крупного спада производства, я бы сказал, мы не допустили, за исключением снижения объемов добычи нефти, как вы знаете, в начале года, то есть в январе-феврале текущего года, из-за того, что нефтеперерабатывающие заводы не смогли принять нашу нефть, практически наши нефтяники, коллектив НГДУ «Краснохолмск нефть» не мог с полной силой работать, и вследствие этого объем добываемой нефти коллективом НГДУ «Краснохолмск нефть» снизится порядка 6% к уровню прошлого года. Вот этот и объем является основным показателем снижения промышленности, промышленного развития Янаульского района по итогам уходящего 94 года. Хотя руководством НГДУ «Краснохолмск нефть», целым коллективом нефтяников принимаются неимоверные усилия по стабилизации уровня добычи нефти, по сохранению созданного слаженного коллектива и по решению как производственных, так и социальных вопросов для своего многочисленного коллектива. Далее, уважаемые товарищи, в
текущем году, в уходящем году, вернее, всеми другими промышленными предприятиями, перерабатывающими предприятиями отраслей сельхозпроизводства дополнительно произведено, кроме сказанного, коллективом Ненаульского элеватора порядка 4000 тонн муки, более 39 тысяч тонн комбикормов, и было принято в период уборки урожая этим коллективом более 40 тысяч тонн зерна, и все это было вовремя подработано без привлечения дополнительного количества рабочих людей и дополнительных ресурсов, которые они практиковались до этого года. Вообще, коллективом Янаульского элеватора в этом году проделана огромная работа по оказанию шефской помощи, финансовой помощи в период весенне-полевых работ, уборки урожая колхозам, совхозам нашего Янаульского района. Я хочу от имени всех тружеников агропромышленного комплекса поблагодарить руководство этого Янаульского элеватора, пожелать всему коллективу доброго здоровья и успехов в их нелегкой работе. Янаульским маслосырокомбинатом за этот уходящий год всего произведено и реализовано более 400 тонн сливочного масла, порядка 2500 тонн кисломолочной продукции, цельномолочной продукции. Оказывается и финансовая, и практически деловая помощь также колхозам и совхозам нашего района, коллективам Янаульского маслосырокомбината. Далее, Янаульским кирпичным заводом всего за год будет выпущено более 12 миллионов штук кирпича. Впервые в этом году, со второй половины года, заработал полную мощь построенный, введенный Янаульский мясокомбинат. Сегодня они выпустили и реализовали населению нашего района более 70 тонн колбасных изделий и порядка 80 тонн другой субпродукции. Безусловно, все это помогает стабильно и надежно обеспечить население нашего родного Янаульского района продукцией сельскохозяйственного назначения, продовольствием и другими товарами. Если рассматривать работу транспортных, строительных организаций, в целом строительном комплексе и транспортном обслуживании населения района, проведена огромная работа по перевозке народно-хозяйственных грузов. В целом по району будет переведено всего порядка около 1 миллиона тонн народно-хозяйственных грузов. Из них более 300 тысяч тонн, то есть 1/3 всего перевезенного груза, приходится на долю Янаульского автотранспортного предприятия. И более 280 тысяч тонн, то есть почти 28% всех объемов грузоперевозок, приходится коллективу Янаульского объединения «Башнефть» наших нефтяников. И остальная часть перевозок приходится на долю остальных мелких автотранспортных предприятий, колхозов, совхозов и других ведомственных предприятий. Если взять в области дорожного строительства, в целом по году будет израсходовано на дорожное строительство порядка 4,5 миллиардов рублей финансовых средств. Всего введено в этом году вновь 34,5 километра дорог общего пользования, то есть гравийным исполнением. Порядка 26 километров дорог асфальтировано, порядка 5,5 километров дорог реконструировано, много сделано по благоустройству территории, подъездов, улиц города. На эти цели дополнительно, кроме сказанного, освоено более 1 миллиарда рублей финансовых средств по городу.
Этим самым я хочу поблагодарить всех дорожников. Прежде всего, это коллектив нефтяников, дорожников, коллектив районного дорожного управления, РСУ, ДОР, вновь созданный маленькое предприятие, но тем не менее делают они большие дела в части капитального строительства и благоустройства как города, так и дорог районного значения. Мы также с уверенностью можем сегодня сказать, большой объем работ был произведен в строительном комплексе нашего района силами всех подрядных строительных организаций, хозяйственным способом. Много сделано в этом году по освоению капитальных вложений в строительном комплексе. Всего за год будет освоено более 42 миллиардов рублей капитальных вложений по строительству. Из них чисто строительно-монтажных работ порядка 15 миллиардов рублей. Для решения социальных объектов, для обеспечения строительства социальных объектов в сельской местности и проведения газификации сельской населенной местности всего из бюджета выделено дополнительно сказанному более 3 миллиардов рублей финансовых средств. В этом уходящем году газопроводчиками, строителями в целом всего проложено более 40 километров газопроводов в основном в сельской местности. Дополнительно ранее полученному газовое топливо получит более 1200 домов колхозников и рабочих совхозов. Значит, в этих домах появится тепло, появится теплая вода, то есть облегчатся социальные условия работников сельского хозяйства после получения газового топлива. Таким образом, в этом году еще 11 деревень нашего района дополнительно получат газовое топливо. Кроме всего сказанного, я хочу отметить, и это должно быть нашей главной задачей, ближайшей перспективу. Значит, 95-й год, 96-й, 97-е годы, вот за эти 2-3 года мы в основном должны завершить газификацию сельской местности. Это, безусловно, огромная задача, но мобилизовав все имеющиеся финансовые средства, прежде всего, людские ресурсы, технические возможности, можно решить этот сложный вопрос для нашего Янаульского района. Далее я хочу и отметить, всего в этом году будет введено порядка 22 тысяч квадратных метров жилья. Из них 14 тысяч квадратных метров жилья будет вводиться в сельской местности. И очень хороший, примечательный факт, более 60% объемов вводимого жилья строится или возвышается индивидуальным способом. Со стороны местной администрации, руководителей промышленных предприятий, организаций города и района, а также руководителей колхозов и совхозов, всячески оказывается практическая помощь по оказанию денежными средствами. Порядка 300 миллионов рублей за счет местной администрации в части удорожания какой-то стоимости строительных работ было выделено бюджетных средств для индивидуальных застройщиков. И на следующие годы политика нашего правительства, республиканского правительства, и отсюда само собой и наша политика в этом направление будет и дальше развиваться. Поэтому я прошу, чтобы все меня правильно поняли, и призываю, начать надо, не дожидаясь чего-то, как бы трудно ни было, строительство индивидуальных домов, кому это следует. Несмотря на сложности финансового обеспечения, в этом году колхозами и совхозами и другими предприятиями все-таки
продолжалось строительство объектов социально-культурного назначения. Вот в этом году вводится колхозы «Большевик», деревня Югомаш, школа на 186 ученических мест. Колхозе Калинина вводится детский сад на 50 мест. В колхозе «Авангард» вводится тоже клуб. Совместными силами, прежде всего, конечно, районного потребительского общества, со стороны руководства РЭПО принимаются энергичные меры. Безусловно, колхозы и совхозы помогают. В этом году дополнительно сдали 3 магазина в сельской местности. Вот буквально на днях, вы, наверное, услышали, в Буйском совхозе введено в эксплуатацию социально-бытовой комплекс, где в двухэтажном здании размещена школа, начальная школа, медицинский пункт, детсад и клуб для жителей деревни Варяж. Безусловно, это объект очень важный. И я хочу поблагодарить руководство Буйского совхоза и тех, кто принимал активное участие и помогал в возведении строительства этого социального комплекса. Огромнейшее спасибо. Придавая исключительно важное значение стабилизации объемов производства и заготовок сельхозпродукции, политика местной администрации была направлена на поддержание именно работоспособности сельскохозяйственного производства. Безусловно, со стороны республиканских органов оказывается огромная помощь в обеспечении льготными горюче-смачными материалами, льготным минеральным удобрением, всеми другими остальными средствами. Благодаря вот принятию вот таких мер, все-таки общий объем производства продукции сельского хозяйства в целом по району в этом году удалось сохранить. Мы не допустили спада объемов сельскохозяйственного производства. Это прежде всего, конечно, заслуга руководителей колхозов и совхозов, перерабатывающих отраслей, АПК, само собой, тружеников полей и ферм. Это большая победа тружеников агропромышленного комплекса. В целом общий объем продукции, валовой продукции сельского хозяйства будет на уровне порядка 35 миллиардов рублей. То есть спада производства АПК нету. Как вы знаете, в этом году наши труженики сельского хозяйства одними из первых республики выполнили планы продажи, прежде всего, зерна в объеме 25 тысяч тонн. Мы уже выполнили объемы производства мяса и молока, само собой отсюда вытекает, выполнили объемы продажи мяса и молока государству. Тем самым колхозы, совхозы чуть-чуть хотя бы пополнили свои финансовые возможности дополнительно. И сегодня обеспечивает вот включительно октябрь месяц многие хозяйства, во всяком случае, за исключением 2-3, полностью рассчитались по заработной плате своими колхозниками, рабочими совхозов. Это, я хочу подметить, огромнейшая заслуга всех тружеников сельскохозяйственного производства нашего Яноульского района. Как вы уже знаете, уважаемые товарищи, в текущем году очень большие объемы оказания практической помощи со стороны промышленных предприятий, строительных организаций было проведено в Центральной районной больнице. Вы знаете, на базе нашей районной больницы был проведен международный симпозиум с участием ведущих врачей-хирургов нашей республики, других областей Российской Федерации. 10, 11, 12 июня международный симпозиум по малоинвазивной хирургии. Также был открыт центр по микрохирургии глаза, услугами которых сегодня пользуются не только
жителей нашего Яноульского района, но и близлежащих районов северной части нашей республики. Даже и из Пермской области, из Удмуртской республики нашу больницу посещают больные. Это большая работа, прежде всего заслуга наших медиков, всех руководителей предприятий города и района. Безусловно, отдельная помощь была оказана для подведения и проведения всех этих важных мероприятий в районном, не только районного масштаба, даже республиканского и межобластного значения. Всего по всем источникам финансирования для развития здравоохранения района было израсходовано более 4,5 миллиардов финансовых средств. Большая работа проводится для обеспечения населения города и района в целом работниками торговли. Общий товарооборот по году ожидается порядка 28, а может даже и порядка 30 миллиардов рублей. Здесь, вы знаете, у нас в нашем районе располагается два ОРСа. Это ОРС нефтяников, ОРС рабочих железнодорожников, межрайонная торговая база и районные потребительские общества. Буквально вот в конце года для стабилизации продовольственного обеспечения силами всех торговых предприятий дополнительно было закуплено порядка на 2 миллиарда товаров, прежде всего продовольственного направления и промышленного назначения, это других товаров для обеспечения как жителей города, так и для сельской местности. Поэтому все, что мы можем делать у себя, прежде всего зависит от нас самих, от руководителей торговых предприятий, части надежного обеспечения населения, от местной администрации и, само собой, без помощи промышленных предприятий эти вопросы невозможно было бы решить. Поэтому я хочу поблагодарить и руководителей торговых предприятий, тех предприятий, снабжающих, заготовительных, перерабатывающих, которые в силу своих возможностей оказывают практическую помощь работникам торговли. Уважаемые товарищи, еще очень важным и существенным моментом в работе всех предприятий, организаций, расположенных как в городе, так и в районе, я бы хотел отметить слаженная совместная работа по решению социальных вопросов в целом по району. Вот на недавно прошедшей сессии было отмечено специалистами, финансистами, экономистами порядка 60% расходной части бюджета района и города расходуется именно на решение социальных вопросов. То есть основное содержание бюджета имеет социальную направленность. Вот многие, видимо, знают, в нашем Яноульском районе сегодня проживает более 14,5 тысяч человек-пенсионеров, люди престарелого возраста. Только вот за ноябрь месяц, я хочу отметить, было оплачено для оплаты вот пенсии, пособий всех пенсионеров 1 миллиард 750 миллионов рублей финансовых средств. Это не только ноябрь. Вот ежемесячно, в основном я хочу отметить такой факт, наши пенсионеры, уважаемые наши пенсионеры, престарелые, получает, я бы сказал, своевременно положенную им пенсию вовремя. Безусловно, они должны получать вовремя. Это так и должно быть. Но, тем не менее, как бы трудно ни складывался бюджетом, вот эти выплаты мы стараемся прежде всего выплатить вовремя и положенном объеме. Безусловно, здесь большая заслуга предприятий, организации города и района, которые вовремя оплачивают пенсионный фонд, налоговые службы, наших финансистов и службы социальной защиты населения, то есть службы вот товарищей Гореевой Клары Зиевны. Большая работа проводится этой службой. Дополнительно ко всему этому, я хочу еще это подметить, вот
начале прошлого 93-го года мы приняли совместно на президиуме городского совета дополнительно ко всем льготам республиканского российского наши пенсионеры, кому старше 80 лет, на 100% освобождается от оплаты за коммунальные услуги. Мало, не мало, все-таки вот эта сумма обходится бюджету порядка 85 миллионов рублей за год. Само собой, оказывается практически финансовая помощь малоимущим, матерям-одиночкам, льгота, разовая помощь. Вот для всех этих целей по службе социальной защиты населения из бюджета района оплачено порядка 70 миллионов рублей финансовых средств. Я бы сказал, это тоже немаловажный фактор в решении социальных вопросов перед заслуженными людьми района. То есть практически каждый третий в нашем районе пенсионер, а точнее 28% всего населения района составляет пенсионеры и люди преклонного возраста. Уважаемые товарищи, безусловно, особенности в сегодняшнее сложное время решение всех социально-экономических проблем невозможно без создания материальных ресурсов. То есть я хочу выразить такую мысль: все, что делается в районе, делается в сфере материального производства. То есть вообще-то в мире все крутится вокруг одного, вокруг денег. Поэтому наше благополучие зависит от каждого из нас. Я обращаюсь всем вам, всем активным, трудоспособным людям нашего района. Для того, чтобы мы хорошо жили, мы должны хорошо работать. То есть создать экономику хорошую, поправить экономику нашего района своими трудовыми показателями. Исходя из опыта последних 3 лет, а вообще-то я вот как глава администрации работаю 3,5 лет, я хочу делать вывод, наверное, и вы согласитесь, многие. Политика администрации, основанная на противостоянии стихийности и самотеку, на здравом смысле и практических конкретных действиях, если она поддерживается основным населением района, руководителями предприятий города, сельской местности, можно решить любые сложные социально-экономические вопросы. Вот не зря я хочу еще раз повторить, у нас в районе создана атмосфера полного взаимопонимания, взаимообмена между нефтяниками, энергетиками, строителями, тружениками полей и ферм. Это, безусловно, сказывается в решении и сказывается, как еще сказывается, легко, во всяком случае, способствует решению социальных проблем. Я хотел бы, чтобы вы меня правильно поняли. Добросовестно трудится интеллигенция, врачи, работники культуры. Всем нам в силу своих возможностей помогают наши уважаемые пенсионеры. То есть, я хочу повторить еще раз мысль. Все наши проблемы мы можем только решить сообща, все вместе с вами. И в заключение своего краткого выступления еще раз, накануне нового, наступающего 95-го года, я поздравляю от имени администрации, от себя лично, от имени городского совета народных депутатов, всех вас, уважаемые янаульцы, наступающим Новым годом. Желаю вам доброго здоровья, счастья, успехов, благополучия. Пусть Новый год принесет вам радости, веселье, долгожданных перемен к лучшему. Яңа яуған апа қар үстіннен, Йүгірі-йүгірі келе яңа ел, Әйіске ел, әпі хәм тұз білен, Қашысына шыққан сұзып қол. Бүтін келеш, вақланмаған келеш, Соқлансын деп нықлы қолларда, Жир шарыдай тұп түгерек әпі, Күші келе елдан елларға. Әй, яңа ел, бірді тортын миша, Хұжа болып, әйді түрден ұз, Юлларыңа сенің оқ шешкелер.
кулларыңа бізден эпей тос. Уважаемые телезрители, этот предновогодний час вместе с вами провели Елена Тарисова и Маргарита Зарипова. Обходил владения свои самый настоящий Дед Мороз в лице Рената Юсупова. Везде и повсюду сопровождала Деда Мороза наш видеооператор Сания Мубаракзянова. Уважаемые друзья, до наступления Нового года остаются считанные часы. Давайте же улыбнемся друг другу, пожелаем счастья, здоровья и доброго 1995 года.